Раз, два, три, погнали. Так, Tekken 3. Да, это PlayStation 1. О, у меня пол как раз. У меня сиял. Ты смотри, блин, скотина. Да, звуки реально в чате, в скайпе аж слышно. Ух ты, как она Женю напинала. Блин. Что-то очень громко звуки слышно. Ну ладно, бог. Да, смотри. Мой? Да, твой, да. Да, у тебя. Блин, ты, Егор, там говори, где кто находится, ну так вообще примерно на протяжении. Ну, пока что у вас обоих по два раунда. То есть вы пока еще никто не врывается. Вот Лайдар сделал третий раунд. Я в Tekken'е особо ничего не шарю, поэтому не ждите суперских комментариев. Я тут даже не знаю, что толком сказать. Хайдар приходится... прямо перфект там выиграл. Пола. Один раунд. Ну тут по стадиям все как бы зависит, то есть... Чем выше стадия, тем сложнее. Да, мне наоборот. Чем выше стадия, тем, наверное... Так, у меня все, второй уже. Тебя тоже? Да, у меня сейчас второй раунд. Ой, этап. Так, ну пока вы так идете вровень, как говорится. То есть, опять же, как и в этих в котах. Блин, офигеть, я слил. Блин, приходится действовать. Вот. Реально, тактика тупая. Обычно удары руками ногами. Айдар слил один раунд компу. Да, блин, мы же еще стараемся играть быстрее. Если я бы играл аккуратно, может, бы не слил. Сейчас тоже буду стараться побыстрее играть. Да, блин, урод. Сейчас же не вырвался вперед пока что. Ого, как тебя Джин-то так нормально напинал. Да. Ну сам получил в морду. Приходится однообразно играть. Что, игра на скорость? Что ты совсем сплю? Единственное, что я не хочу, чтобы мне был Башканович, потому что он... Слишком долго с ним драться, он, блин, ползучий, с ним обычно бой идет дольше, чем с обычными персонажами. Так, третий. Что, третий боец, да, пошел у тебя? Офигеть. Айдар пока что второй раунд слил уже и Шумицу. Женек вырвался вперед. О, эй, просто вообще с трех ударов отлетел. Да, блин. Ага, а сейчас он... И не хочет, скотина, а? А ты смотри, сейчас я ему сыграю. Блин, фух. Черт. Да. Ну, спешишь, он сливаешь раунды. Да, я первый раунд слил Женя в этой игре. Что-то у меня начало лагать. У кого? Причем у обоих. Что у тебя, что у Айдара. Это, походу, дело у меня интернет. Не... Игра, наверное, просто слишком крутая для моего интернета. Блин, пригинать постоянно. Тоже. Эдди немного нестандартно себя ведет по сравнению с остальными. Не, ну на тот момент я могу сказать, что в Sony, ой, в Tekken 3 была такая отменная графика, то есть... Угу, приставка не вытягивала сам Tekken. Да. Последние заставки, которые идут, приставка, вот это Sony PlayStation, заставки шли с рывками, она не могла вытянуть, да блин. Что это Tekken? Так, у меня четвертый. Где там Айдар? На третьем. Это Тедди еще. Здесь хорошо, что сверху написано еще типа этап 3, там этап 4. Ну, конечно. Место 4. Почему место? Вот дурацкий перевод. Я просто в шоке. Место. Да там дофига всяких переводов было. Еще там.
Пол был Вано, и хочу. Вано? С этим мне попроще, со стандартными персонажами. Нестандартные, они как бы немножечко просто так не валятся. Ну именно так. Удар теперь тоже четвертый этап. Но удар почему-то все равно этап 4, а уже не почему-то место 4. Ну потому что переводы разные. А, у вас разные переводы? Да. А, ну да, да, точно разные. А почему не взяли, этот американский просто ROM, не переведённый? А хрен знает где, он весит, да, чем 600 мегабайт, его качали, мы даже не на этот не качали. Ну, в принципе, да. Какой был Tekken, такой и... Блин! Башканович. Ну... Да. Не хотел, чтобы попался и где попался. Доктор Б. Да он. Что с ним? Его долго мочить. Это полубосс какой-то? Нет, это не босс. Это обычный персонаж, просто персонаж? Он ползающий, его долго бить. Он тогда за то, что ползает, и вот это пока на земле достанешь. Странно, не знал, что это перс вообще. Доктор Б. Доктор Башканович. Да блин. За него он прям затягивает время, мне, сволочь. У меня последний раунд четвертого этапа. Да блин. А ты где? Да на Башкановича. А какой этап? Третий раунд. Пятый. А, четвертый раунд сейчас идет. А, кто-то раунд. Ага, бутылка еще. Блин. Это раз стоит, короче, на три раунда, так скажем. Да вот, блин. Не было бы Башкановича, быстрее бы было. Ай-яй-яй, блин, как же так? Да ты смотри, а. Бутылка еще, у меня все отру. О, ну Мишка, это сейчас Мишку я люблю, когда она против меня, она, блин, жирная. Побить его можно, да? Угу. Попробуй. Еще... Ну, быстро, скажем так, можно побить. Ага. Хотел быстро, блин, она не хочет быстро, ну ничего. Брайан. Конечно, панда это типичная. Ее, наверное, все любят. Да. Они с серии в серию приходят. О, у меня пень. Ну, Мишка меня сейчас отгребает, блин. Как фанера, блин, от Парижа. О, Яшумидзе, это он тоже, блин, ну. Его тоже я сейчас быстренько обработаю, думаю. Не хочет быстро. Этап 6, этап 7. Это такая тактика именно против компа. Если я дрался против один... людей, были бы больше приемы использованы, а так тут удары руками и ногами, потому что комп от них как бы не блочится в основном. Блин, зачем ничем не рубанул? Еще защитился. Деревяшка. Деревяшка решила шестой раунд Яшумидзе мне продлить.
Я Шумидзе, наверное, 5 раундов подряд отгрёб мало, ему еще раз захотелось. Хочет реванш. Да. Так, Айдару надо поторопиться, Женя уже почти закончил. Да. Ну, Эфтекин классно играет, так скажу. Да, конечно. А, блин, ты смотри, а. Это Нина. Бля. Ай, как блин. Так? Ну вот что за хуйня творится? Сам-сам в конце. Один раунд я пока что слил, и то, ну, то, что торопился. Монах, Хэйхаячи. А он тоже слабый. Отлично, сейчас... прям. Меня сейчас Хэйхаячи вот так выгребать. Ведь он идет, ну, типа уже как босс. Перфект. Хэйхаячи. Или Хэйхаячи. Сейчас он мне будет. Смотри. Сайдар уже стоит на 2 бойца. Да. Огр, откуда этот Огр вообще взялся? По-любому какая-то есть история, наверное. Хрен его знает, от Огр. Он? Огр, ну который, сейчас будет Тругр. Огр, который босс. Ага. Сам главный. Сейчас 4 раунда Тругра мне осталось. О-о-о. Это Брюс Ли. Да. Местный. Я вот за это Лоу один раз Женя убил в этом раунде из 70. Я сейчас Тугр, блин, еще прибьет один раунд. Да нет. Ага. И, конечно, он типа второй раунд большим становится, или он такой есть всегда с крыльями? Это другой абсолютно персонаж. Он типа по сюжету он превращается, персонаж это другой. Ага. Да, блин. Нокаут. Его снизу классно лупить, он жирный. Файнбл. Раунд. Все. Ну, поздравляю. Да, поздравляю, Женька, с победой. Заставочка. 18 минут потратил. 18? Примерно. 18? Да не, ну, может, да. Быть такого. У меня... Сейчас 17-18. Мы начали вроде чуть побольше. Нет, так мы же начали пока. Ну смотри, у меня лучшее время, которое я прошел, я 7 раз прошел на тренировке, было 11 минут 44 секунды. Худшее было 16 минут 7 секунд. Ну сейчас где-то за 16 минут это и прошел примерно. Ну побыстрее, ну ты что, башка ночь была с ним. Провозиться немножечко, но мне времени подпортил. Башканович. Так, поскольку звук у меня берется, мне, значит, нельзя отключать стрим. Да. Стрим не отрубает. Я вырубаю тогда эмулятор и точнее, и с X-сплитом я переключаюсь на пустой канал. Зачем? Все. Да, муж квадрат Валевич поставить. Да. Так. Егор, ну скинь в скайп ссылку на наш сайт. Потому что у меня на пенде его нету даже. Я понял. Ждем Айдара. Сейчас у него еще остался как раз этот джин Казама, и потом будет Огр, как я понял. Да.
Джим Казама вообще руль, блин. Тоже очень сильный боец, из части к части, помню. За него в шестом так хорошо тоже играл. Ой, как же у меня идет все это. Я ничего не вижу, когда рыгаю. Хоть я в штеке ничего не шарю, конечно, блин. Но Джин не очень... Я помню, смотрел фильм, там как раз Джин Казама вот этот был, ну, про Текин. Фильм вообще говно, конечно. Да, говно, но там был он главным героем. Блин, он вообще сам по себе все время был как злой, этот Джин. А там он, блин, как добрым был. Ну, как бы главным персонажем добрым, блин. Я просто офигел. Какого хрена? Я вообще историю Текина не знаю. Ну, фильм, да, фильм полный параш. Ну, он и снимался как такой трешак. Как типа DOA тоже, который Dead or Alive, только фильм. Тоже есть такой файтинг. А, живым или мертвым? Да, 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 там, где они на остров приезжали, там, такой трэш. Такой трешак вообще. Ну, это опять тоже по файтингу сделал. Эх, не могу я... О, наконец-то запустилось. Кайдар Сором берется. Ну, комп тут играет слабенько, сказать, в Текине. Сколько у меня было по раундам? 50 раундов. Фильм я выиграл. 3D анимации. А как он называется? Так, посмотрел. Так, последний раунд сейчас. Ну давай уже, сука. Ну ты вообще меня уже задолбал. Taking Blood Vengeance. Вообще. Ну все, замечательно. Так, моего удара ушло минут 20 где-то на прохождение. Да я, конечно, протупил там, да, на доске. Немного по-другому было. Ну, я им наготовил тактику конкретно против компа. Конкретно именно есть такая тактика, по которой, ну, опять же, дырки в защите ИИ, то есть я его пробивал. Ну да, так и надо. Пробивается плохо Башканович, естественно. Плохо пробивается Башканович, потому что он, блин, ползающий. Ну, Эдди тоже так себе, потому что он пригинается постоянно. О, Джин сейчас станет этим, что ли, демоном? Это его просто выкинуть сейчас. Не, он... Под концовка именно, если все нету, то под концовка у Джина. А тут он просто его выкидывает и все. Ну да, избавились от Джина. Везде же идет этот хейхачи. У всех персонажей. Кроме, ну если ты им играешь, то идет Джин. Так, ну ладно, сейчас, наверное, вырубим каналы. Ну да, так, ладно, народ, короче, все ходим на канал Dandy Forever через 10 минут. Буквально стартанем, что там будем проходить, точнее, что будет Айдар проходить. Да, я, наверное, тогда тоже перегружу эту винду, потому что мне на... Ультрамен, по-моему, да? Да, Ультрамен Клаб. И Японский Адвенчер. Да, то есть... Вот, все. Всех переходите на канал Dandy Forever, ждем на канале.